Полиция Харькова возбудила сразу два уголовных дела по факту сноса националистами бюста маршала Георгия Жукова. Одно по статье хулиганства, второе – насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. Но дело в том, что когда полицейские попытались помешать вандалам, те распылили слезоточивый газ. Трое стражей порядка получили ожоги глаз. Бюст маршала стоял недалеко от Дворца спорта. Мэр Харькова уже пообещал восстановить памятник. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называет выходку националистов серьезным вызовом для новой власти Украины. Но вот есть мнение и по истории с Владимиром Познером, которого включили в базу данных украинского сайта «Миротворец». По словам Захаровой, эта цитата – прямой призыв к расправе над журналистами.